Приветствую вас, с вами Михаил Эскин. Ко мне вновь обратились с вопросом, как установить в сообществе фотографию, чтобы по клику на ней выходило изображение полномасштабное, то есть во весь экран. Этот вопрос неоднократно поднимался, но, как видно, память у людей короткая, и приходится объяснять снова и снова. Для этого я и сделал этот маленький видеоурок. Давайте по порядку разберемся, что к чему. Итак, я буду показывать на примере своего блога, хотя в сообществе все то же самое. Итак, добавляем новую запись. Открылось стандартное окно. Заголовок пишите тот, который вы хотите, чтобы был у вашего поста. Далее, обратите внимание, что вот здесь ярлычок должен быть выделен HTML. Здесь можно ввести любой текст, который вы хотите, если есть такая необходимость. Опустим курсор на одну или две строки ниже и нажмем на кнопку «Фото». Появляется стандартное окно для загрузки фотографий. Выберите файл. Выбираем. Ну, возьмем, допустим, вот этот. Открыть. Как видите, вот он записан. Здесь указан альбом, куда он будет помещен. И самое главное, вот здесь должна стоять галочка «Сохранить исходное изображение». Загружаем. Происходит загрузка вашей большой фотографии. И здесь вот в окне появляется код, по которому будет показываться фотография из вашего альбома. Дальше мы пойдем хитрым путем. Вот здесь, где указана превьюшка, вместо нулика поставим единичку, то есть чтобы он показывал превью. И нажмем кнопку «Предпросмотр». Загружается страничка предпросмотра. Видите, какого формата превьюшка. Всего ничего. Но она связана с альбомом. Если мы кликнем по ней, то мы попадаем в альбом. И вот здесь в правом верхнем углу видны исходные размеры фотографии. Если мы кликнем на них, то эта фотография открывается в полноэкранном режиме. Для нас сейчас самое главное – это сохранить адрес. Кликните на адресной строке и сохраните ее. Можно по правой клавише мыши копировать или набрать комбинацию из горячих клавиш Ctrl-C. После этого нам, собственно говоря, эти два окна уже не нужны. И здесь нажимаем кнопку «Вернуться». Возвратились в окно редактирования. Сразу исправляем единичку на нолик. То есть, чтобы нам показывало в ленте фотографию размерами, ну, в данном случае 600 на 337 пикселей. Ставим курсор в начале строки и нажимаем вот эту кнопочку «Добавить ссылку на сайт или страницу интернет». В диалоговом окне нас просят ввести адрес. Он у нас находится в буфере обмена в памяти.
И Ctrl-V мы вставляем оттуда эту запись. Нажимаем ОК. Выходит второе диалоговое окно. Здесь просит ввести текст ссылки. И если мы это сделаем, то будет выделено как линк. То есть, кликнув по ней, мы попадаем на страничку с большой фотографией. Но нам надо не текстовую ссылку, а именно фотографии. Поэтому сейчас мы здесь можем записать все, что угодно. Ну, хотя бы буковку F. Нажимаем ОК. И вот мы видим, что перед фотографией у нас появилась целая строка командная. Она указывает на то, что по данной ссылке необходимо открыть вот эту фотографию. Вот это описание, буковку F, мы просто-напросто удаляем. А вот в треугольных скобках буковка A, это конец команды, мы ее переносим в самый-самый конец фотографии. То есть вместо текстовой строки у нас получилось... Команда на открытие маленькой фотографии, которая будет показана. Нажимаем «Предпросмотр». Вот у нас уже не превью, а нормальная фотография для ленты. При попадании на ее курсора он изменяет форму. И если мы кликнем, то у нас открывается окно с увеличенной фотографией. Закроем его, оно нам не нужно сейчас. И нажимаем кнопку «Добавить». Итак, вот наш пост, вот наша фотография, которая по клику открывается в отдельном окне в увеличенном виде. Собственно говоря, это и все. Единственное, что хотелось бы добавить... Не надо ставить фотографии непосредственно с фотоаппарата. Они имеют высоту 3-4 тысячи пиксел. Это очень много. Будет длительная загрузка на компьютерах пользователей. Ну и качество будет не очень хорошее. Я рекомендую устанавливать высоту примерно 1000-1200 пиксел. Этого вполне достаточно для наших мониторов и для наших глаз. Вот и все на сегодня. До свидания. С вами был Михаил Эскин.